с сегодняшнего дня только позитивное мышление. Значит, я самая красивая, самая привлекательная и самая обаятельная женщина на этой планете. Дорого, 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 дорого. Двигаться, как мы дорого. Говорить, как мы дорого. Выглядеть, как мы дорого. Дорого, дорого, дорого. Выглядеть, как мы дорого. Двигаться, как мы дорого. Дорогие подписчики. Подписчики. Короче, я узнала, что завтра старт продаж нового iPhone XS. И вот, если бы какой-нибудь, чисто случайно, разумеется, случайный добрый человек решил подарить мне новенький iPhone XS, я буду очень буду благодарна. Ну, вообще, я слышала от умных людей, да, читаю книги умные, вот что Вселенная всегда воздает тем, кто делает добрые поступки. Изи вообще. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Песня современная, ремонтная. Дом мой достроен, и я в нем один. Лопнула дверь за спиной. Однушка в Москве, ее сам я купил. Но вечно звучит надо мной. Часть населения нашей страны стало очень модным осуждать эскортниц. Мол, они такие все из себя рыцари, и конь уже в стойле стоит, и дом построен, осталось найти жену, связать себя узами Гименея и наплодить кучу-кучу детишек. Но вот ведь незадача, вокруг одни шкуры, ты эскортницы. Так-то оно, конечно, так, ведь сейчас каждая третья продает свою жопу задорого в Инстаграм. Но есть один маленький нюанс, который мы рассмотрим на примере графика. Здесь все очень просто. Чем выше спрос на женщин легкого поведения, тем выше их предложение. Нет, ну разумеется, эскортницы, конечно, шлюшки еще те, но в том, что их расплодилось так много, виноваты совсем не они, а те, кто им платит. Так вот, дорогие мои любители продажных дырочек, хватит уже ныть и жаловаться, ведь вас же на самом деле все устраивает. Ведь пихнуть на разочек гораздо проще, чем создать крепкую и надежную семью, потому что в этом вопросе нужно быть не простым яйцетрясом, а настоящим мужчиной. А ведь это же так трудно. Здравствуйте. Простите, я немножко опоздала. Ничего страшного. И добро пожаловать в наш анонимный клуб проблемных женщин. Здрасте. Добрый вечер. Нихао. Божечки, какие вы милые все. Прекрасно. Ну а теперь расскажи нам, своим подругам, какая у тебя проблема. Меня зовут Катя, и я очень много жру в ПМС. Серьезно? Нет, ну вы посмотрите, в ПМС она много жрет. Тут, между прочим, люди с реальными проблемами сидят, крошка. Ёб твою мать. Так, расходимся. Эй, вы куда? Ребят, я сытая. Блин. Четвертая группа за месяц. Сука. Дома. Зай, а принеси водички. Блин, у меня же нет зая. Сука. Алло.
Алло. Блин, это же пульт. Или телефон. Нет, я туда не пойду. Вот теперь точно. Год бухать не буду. Блин. Да почему нельзя умереть сразу? Зачем все эти страдания? Попытка встать номер два. Раз, два, три. Ладно, придется смириться. Нет, нет, нет. 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 Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. No! It's impossible! Нет, 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 нет. Нет. Ну, конечно же, нет. Нет. Нет, нет, нет. Все. Я научилась говорить людям «нет». И так я буду отвечать каждый раз, когда ко мне будут подходить с какими-нибудь левыми, ненужными мне предложениями. Все. Я готова. Кать, слушай, мы тут квартал не успеваем закрыть. Нужно бы выйти поработать в выходные. Ты как, сможешь? Кать, ты что, заболела? Нет, что, все в порядке. В горле пересохло. А, так я выйду, да, конечно. Блять. Конечно. Обожаю работать в выходные. Слушай, ну я бы на твоем месте, конечно, бы не выделывалась, да? Вот таким пеструнчиком, да? Вот я позарилась, чисто повезло тебе, да? Но вот выйдешь ты за пределы этого дома, где тебя и таким любят. И никому, 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 никому ты не будешь нужен. Да, вот Ленке муж, конечно, да. Он, понимаешь, и дверцы прикрутит. Угу. И шубку новую на зиму. Угу. И на юга свезет. Да? Да, вот такие вот есть мужья. Ой, наделил же Бог мужем, конечно, да. Они нервы. Один стресс, волосы седые. Ой. Ой, что ты дорожишь на меня глазки такие невинные. Я помню, что сегодня день зарплаты. На стол, до рубля. Вот не умеете вы, мужики, сокровища ценить, которые просто в руки вам попадают. Никакой благодарности. Рук целуй. Вот. Ладно, все. Свободен. Напиши там стихотворениями что-нибудь. Конечно, кошмар, кошмар. В Москве все парикмахерские закрыли? Или ты принципиально туда не ходишь? И ну по-человечески, мне тебя, конечно, жалко. 30 лет, ни мужа, ни детей. Я, наверное, знаешь, что в церковь схожу? Свечечку за тебя поставлю. Слушай, в институте ты, конечно, в парнях более разборчивая была. Сейчас у тебя мужик, конечно. И, ну, конечно, я понимаю, все, возраст уже не маленький, да, депрессия, все дела. Ну так ты себя зачем запускать? А, ты беременна. Тебе так идет материнство. Ты же смотрел твои фоточки с отдыха. Ну, да, Крым это, конечно, не Доминикана, но и ты же как бы не Джей Ло. Ты, в принципе, там очень гармонично смотрелась, прям вписалась в обстановочку. Слушай, какие детки у тебя красивенькие, умненькие. Кого только непонятно. Ни мама ж, ни баба не блещут, да? Друзья, сейчас минутка очевидных фактов. Покушал, наелся. Зашел в горящую избу, сгорел. Зашел в воду, намок. Вчера бухал, сегодня похмелье. Смотришь на солнце, слепнешь. Украл, сел в тюрьму. Вышел зимой на улицу, замерз. Упал, ударился. Не упал, не ударился. Не мылся, грязный. Помылся, чистый. Пошел гулять, погулял. Лег спать, выспался. Встал на весы, взвесился. Сел, сел. Навыебывался, получил пизды. Бесишь директора, не получаешь зарплату. В смысле? Да в прямом, Кать, задолбала снимать, бесишь.